А когда вы услышали про Каббалу, вы сначала хотели магию изучить или сразу видели в этом глубинный смысл? Нет, я магию никогда не хотел изучать. Меня всегда это отвращало. Человек науки вы были всегда. Да, я человек науки. Во-вторых, я понимал, что это несерьезно. Фокусы, они могут быть в цирке. Ну, может угадывать там Мессинг. Понимаешь, то есть, ну, что с того, что он угадывал будущее? Вот, или тот же, допустим, там... Ванга, там и прочие. Ну, что с того? Это люди. Они постигли что-то. То, что они чувствовали, они говорили. Но не более того. Так что я не стремился к этому никогда. И считаю, что это совершенно не важно. Существуют люди, которые угадывают будущее, могут заранее его предсказать. Нам надо идти реально к цели. И главное, тащить за собой еще целый воз из 7 миллиардов людей. Да, вот как раз последний вопрос. В Каббале есть знания, необходимые для спасения человечества, которое оказалось... Абсолютно, да, и только в Каббале. И мы с вами вместе это сделаем.